Hey, people! Всем здорово! С вами снова Джексон, и мы снова с вами на просторах бурного океана под названием Рафт. Чего-то тут начало штормить, и дабы нас не отнесло от этого острова, надо по-быстренькому сделать якорь. Я забыл, где он. Вот он. 4 веревки, 12 камней. Офигеть! Так, давай, скорее. Нам еще здесь нырнуть надо, хотя бы пару разочков. Все, стоять, плот. Все, стой, че, молодец, хороший мальчик. Так, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что хотели понырять вдоль этого острова, точнее, вокруг этого острова. Тут вроде чуть-чуть есть где понырять. Может быть, мы что-то ценное найдем. Нам нужна вторая доменная печка, чтобы нам делать разные вещи немного быстрее, чем мы это делаем сейчас. Надо бы еще одно хранилище замутить. Я могу себе сделать бутылочку. У меня же, по-моему, бутылочка не сделана. Сок лианы у меня где-то был. Нет, не здесь. А, 3 штучки только, надо 4. Окей. Ладно, окей. Да. Что нам нужно из такого прям большого и срочного? Надо большой гриль, потому что, блин, на этом маленьком грилечке много не нажаришь. А на большой гриль, по-моему, входит там 2 или 3 единицы еды. И поэтому готовиться это будет все намного быстрее. Ага, акула к нам плывет. Нет? Ты ее так волной вынесла, видимо. Так, ладно. Испьем водички. Чуточка. О, отлично. Так, на остров мы, по-моему... А на остров мы ходили или нет? Я не помню, ходили мы или нет на остров. Давайте сходим и посмотрим снова. Я что-то запамятовал, ходил я сюда или нет. Ну, кстати, судя по тому, что тут ни одной пальмы не оставлено, походу, я все-таки здесь был. Поэтому... Офигеть, вы посмотрите, как штормит. Да, в такую погоду явно небезопасно плавать, поэтому мне кажется, хорошо, что мы остались на острове. Давайте мы нырнем, под водой не штормит, и поищем, что у нас там есть. Попутно следя за акулкой. Хе-хей, мразь. Здорово. На тебе. На тебе, падла. Бля, она сейчас понырять нормально не даст. Надо от нее отвалить. Пошла нахер, зубастая. На тебе. На тебе еще раз. На тебе еще раз стоять, тварь. Я тебя запомнил. Поняла? Не подходи ко мне больше никогда. Так, ты, видимо, вообще не понимаешь ничего. Тебя придется убить. Надо сделать ласты, и тогда я смогу за ней гоняться. Это что за спидхак? Я не понял. Акула. Акула использует спидхак. Вы видели? Это нечестно. Все. Пока. Улыбится такая. Пока, дура. Раз, два, три, четыре. Все. Акулью башку собирать не будем. Нахер она нам сдалась. А, кислород, вернись. Так, все, отлично. Да, здесь есть что подсобрать маленько. Сейчас я это все быстренько соберу и будем, наверное, делать печуньку. Будем делать еще одну печуньку, потому что нам еще много чего надо сделать. Так, отлично. Собственно, я поплавал вокруг острова, чтобы вас этим делом не занимать. Много особо ресурсов не нашел по той простой причине, что почему-то шельф этого острова очень маленький и на нем нихера нет. Но маленечко подсобрал ресурсов, собрал ресурсы для кирпичиков, убил акулу, да, вон приплыла новая уже, падла, они очень быстро накапливаются, эти акулы. Поэтому текаем с этого острова и продолжаем крафтить. Так, ветерок у нас в ту сторону, поэтому давай-ка ты вот так и вот так. Погнали, а мы пока покушаем. У нас тут акулка готова. И заодно положим новую сразу готовиться. У нас сейчас сырого акулевого мяса просто завались вообще. Прям офигенно много. Так, у нас есть медная руда, у нас есть стальная руда. Так, кирпичики, да. Пока мы подплываем. Блять, я ж кирпич не убрал. Так, ну ладно, раз я пока так лоханулся, давайте-ка мы поспим до утра и отплывем. А то нихера ж не видно.
А вот сейчас зато все будет видно. Так, где у нас прицеплен наш якорь? Тыц, отцепляйся. Покедово, бесполезный остров. Тут, наверное, уже ветер сменился. Но мы тихонько отплывем. Тихонько отплывем. И уберем его. И уберем, и поплывем по течению. О, кстати, еще чаечка. Я, кстати, одну чаечку подбил. Все-таки мне это удалось. Нужно просто на картонах к ней подкрадываться и копьем ей. Железное копье убивает ее с первого удара, поэтому теперь у нас есть маленько птичьего мяска. Вот оно, сырые окорочка. Их тоже можно зажарить. Так, слышь, что такое-то? А, у меня, блин, доски кончились, подкидывать нечего. Окей. Подкинули еще. Так, испить водички. Еще давай. Хоп, еще давайте до конца добьем просто сразу. И наполним это дело. 2, 3, 4, 5. Все, по-моему, больше не влезает, да. А, блин, твою ж матерь, я соленой воды выпил. Черт. Ну ладно. Так, что мы плывем, значит, по течению, да? По течению течем, плывем мы. Плывем мы довольно медленно, но ничего страшного. Пока у нас будет время разобраться со всякими насущными делами. Так, нам нужно сухих кирпичей, гвоздей надо понаделать. Ну, гвоздей мы уже понаделали. Так, хлама, нужно будет немного хлама, у нас, по-моему, есть. И кирпичики. О, как много у нас всего интересного есть. Надо будет посмотреть. Так, мокрый кирпич. Так, раз, два, три. Три штучки всего, печально. Печально, конечно, что всего три. Нам, по-моему, нужно на печку. Нам, по-моему, нужно штук 6, что ли. Сейчас мы... Не туда, пардон. Сейчас мы это посмотрим. Сколько нам нужно? Сколько нам нужно-то, ё-моё? Где, во? Да, нам нужно 6 штук. У нас будет только 5. Поэтому, блин, придется еще где-то нырять. Так, вон бочечка. Бочечку упустить нельзя. Опа, она, по-моему, просто мимо меня проплывает. Дерзкая такая. И вот это тоже. Опа. Как не поймал? Ты чё, блин? Давай дальше бросай. Ты ж мужик. Ты ж мужик, должен бросать далеко. Ну, не знаю, логика такая, по крайней мере, у меня. Так, вот там еще один островочек. Масюсенький, правда, совсем. А, нет, отбой. Отбой, вон плот. На плоте должно быть что-то более ценное, чем то, что я мог найти там. Так, кстати, у меня эти слитки есть. Это вот надо медь поставить, плавиться, потому что медь нам нужна будет, медные слитки, чтобы сделать все-таки наш радар. Наш радар, по которому мы начнем плыть и начнем искать сюжет. Искать сюжет. Так, да, вроде плывем строго на него. Строго на него. Так, надо перекусить опять. Перекус это отлично. Так, давайте попробуем ноги зажарить. Тоже только одна нога жарится. Это не совсем хорошо, но лучше, чем ничего. Ресурс, как у нас классно по нашей схеме собираются. Это просто вообще отличнейше. О, мы, наверное, сможем на этот остров еще попасть. Он тоже двойной. Классно. Так, ладно. Пока плывем до этого плота. Так, отлично, плывем к плотику. А, блин! Тварь! Тварь, паскуда, мразь! Фу на тебя! Хе-хей. Еще можно постоять на нем, пока он не утонул. Так, что мы с него подобрали полезного? Да, по-моему, собственно, ни черта. Гвоздей подобрали, конечно. Гвоздей понабрали. Хлам у нас есть, вот, кстати. И сухой кирпич. Сухим кирпичом мы пока подождем. Давайте тогда, пока мы не можем сделать печуньку, соорудим большой якорь. Большой якорь, он нам пригодится, чтобы больше не использовать вообще никогда камни и эти одноразовые херовины. Зато сможем останавливаться вообще где нам угодно будет. Вот он, большой якорь. Офигеть, нам уже 10 досок, 6 веревок. А, стоп, а чего у меня так всего много-то? Так, у меня моллюски что-то делают. Камни. Нахера мне столько камней? Так, хлам, стакайся. Гвозди. Гвозди где-то есть.
Гвозди где-то... Где-то гвозди были. Да, вот гвозди... О, ничего себе, у меня сколько гвоздей-то, а. Ну все, пора, значит, точно второй этаж делать. Так, 4... О, 4 эти штуки. 4 клея, можно сделать бутылку себе. Можно себе сделать бутылку. Так, перья из... отвалите. Хлам нужен. Так, где он? А, железные слитки. Железный слиток, шарнир и веревки. У меня веревки где-то в ящике есть. Да, вот веревки в ящике. Кокосы, подождите пока. Во, отлично, все. Отлично, все прекрасно. Вот у нас теперь есть большой якорь. Правда, я не знаю, что с ним делать. Ну да, ладно. Так, возьмем еще сок. Сок лианы и смастерим бутылочку. С бутылочкой должно стать намного веселее. Да, отлично, вот у нас есть бутылочка. И кружечку мы, наверное, уже можем транклюкировать, да? Прощай, бутылочка. Прощай, чашечка, ты служила нам верой и правдой. Кстати, блин, надо было к острову, наверное, свернуть. Но что-то я замохал. Так, давайте мы сначала наберем. Хопа. Да куда ты это пьешь-то? Вот. Во-во-во, смотрите, как прекрасно она наполняет все это дело. Выливай нафиг. Так, сейчас мы наполним ее пресной водой. И можем пить сколько угодно, сколько влезет. Ну или сколько будет в бутылке. Так, соберем ресурсы. Ресурсы по этой схеме собираются вообще просто офигительно. О, еще один плот, причем смотрите, он аж трехэтажный. Да что ж ты так криво-то, блин, бросаешь свой крюк? Давай, вот так, подтягивай. Отлично. Отлично. Чайка, ты там уже, наверное, яйца должна была снести. Кстати, у нас тут окорочочек зажарился. О, окорочочек, окорочочек. Окорочочек. Куда ты сырой-то? Да я ж... О, я ж положить хотел. Ну, блин. Ладно, чё теперь? Пожрал сырые окорочка. Кто жрал сырые окорочка, признавайтесь. По-любому ж ели. Ну или хотя бы пробовали там сырое мясцо, все дела. Я пробовал. Гадость дикая. Но это так. Случайно почти получилось. Почти. Так, открывайся. Ну блин, что-то мешает. Что-то мешает нам нормально управлять нашим парусом. Наш парусом. Так, плывем мы вроде прям в него. Но мимо... Мимо пятна с мусором. Ну и срать, собственно. Так, у нас есть медный слиток. Давайте забодяжим еще один. Еще один, они нам пригодятся. И давайте пока зафигачим якорь. Где он? Вот он. Ого, не... Не шиша себе бандура. В смысле, а где тебя ставить-то? Ему нужна дырка. Так, стоп, мы проплываем мимо. Проплываем мимо. Ему дырка нужна. Ну окей, раз тебе нужна дырка. Не знаю, давайте. Так, давайте кирпичи соберем. Они уже высохли. Они уже высохли. Где наш молоточек? Построим вот, не знаю, вот здесь. Хоп, хоп и хоп. Вот так. Это будет у нас заготовка. Здесь выбьем. А вот здесь поставим. Ого, обалдеть, ничего себе девайс. Так, стоп, повернись снова, повернись, мы проплываем мимо. Проплываем мимо. Так, сундук, 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 сундук один. Сундук один, он просто трехэтажный за каким-то хером. За каким-то хером он трехэтажный. Чё мешает, блин? Флажок, походу, мешает. Так, все, прыгаем. Акула, не цапай меня за задницу. Хоп-па. Так, тут еще гриль вон. А, блин, он начинает тонуть, как только я на него встаю. А как на нем? Прошлый владелец-то жил, существовал и выживал. Ну, хотя он не выжил на нем. Наверное, потому что плод дерьмо. Ну, ладно. Так, медный слиточек еще один есть. Переплавляем. Пока есть ресурсы, переплавляем все, что можно. Все, что можно, переплавляем. Эй, чаечка, сейчас покажу вам, как это делается. С них перышки падают. 6 штучек. И ножки. Ножки буша падают. Так, кстати, у меня там чуть-чуть есть... Чуть-чуть есть посадочного материала. Давно мы что-то ничего не садили. Я тебе просил посадить, а не жрать это дело.
Так, бутылка, полить лужайку. И все, отлично. Теперь мы можем забрать. Так, что-то мы забрали. Так, забрали перья. Все, все забрали, да? Отлично. Так, мразь, пошел нахер. На тебе. На тебе, еще под хвост прям тыкнул ей. Отлично, это прям меткий выстрел был. Окей. Так, глянем краем глаза горизонт. Если кто не знает, здесь краем глаза видно намного дальше, чем ты смотришь прям напрямую. Островов впереди вроде не видать. Поэтому мы... Так, кстати, я же гриль хотел. Большой сделать гриль. Так, нужен еще один железный слиток. Есть у меня еще один железный слиток? Нет, у меня еще одного железного слитка. Придется делать еще один железный слиток. Камень. Слишком много камней в моей жизни. Камни, идите взад. Все. Странно, что камни в коробке не идут ко дну. Видать, такая очень сильно плавучая коробка. О, вижу гигантский остров. Прям гигантский, вообще огромный. Вперед. И там еще надо будет, кстати, как раз снова понырять, чтобы как раз таки набрать ресурсов на печку вторую. На вторую печку. Тра-та-та-та-та. Сколько у нас ресурсиков-то? Так, этого у нас дофига. Сухой кирпич. Сухой кирпич пока выберем. А, медный слиток лучше убрать. Это, кстати, стакается. А, это мне надо, это мне надо. А, перья. Перья вот здесь. И они уже не влезают. Рецепт овощного супа. Нафиг он мне нужен. Отлично. Так. Понятно. Так, что еще? А, перо надо положить. Я еще перья не изучал. Да, кстати, только я сейчас только что вспомнил, что мы не изучали перья. Мы же все не могли никак чайку поймать. А перья тоже можно изучить. И что-то это нам даст. Смотрите, дает нам металлическую стрелу. Кисточку, видимо, чтобы красить дом. И можно сделать гамак. Позволяет спать ночью и лечить больных друзей. Перезапуск в гамаке добавляет даже больше здоровья, чем в обычной кровати. Ну, новая кроватка. Более кошерная, наверное. Удобнее в ней спать будет и все такое. Ой, какая же красивая луна все-таки. Красивая, да, офигение. Так, нам нужно повернуть маленько. Мы плывем мальца мимо. Так, перья. А где все перья? А я их отсюда не достал. Ну, мне кажется, они в таких количествах мне больше не пригодятся. Но не знаю. Почему-то мне так кажется, что они мне больше не пригодятся. Так, готова акулка. Положи окорочку. Пускай жарится. Акулку мы схавнем. И все это запьем вкуснейшей пресной водичкой. Прекрасно. И давайте испробуем наш новый якорь. Хдыщ. Хе-хе-хей. А, то есть в эту дырку я могу упасть, да? В ловушке я не падаю, потому что там магическая сетка. А в эту... В дыру от якоря я спокойненько проваливаюсь. Интересная логика. Ладно, пойдемте сходим, посмотрим, что на этом острове есть. Ресурсы, я вижу, уже есть. Можно понырять, есть чем поживиться. Однако, есть ли что-то на острове, кроме вот этих пары пальм? Хороший остров, кстати. Не высокий, не гористый. Я бы прям даже на нем остался. Но этого мы сделать не можем. Игра нам этого не простит. Рубись. Рубись, пальма. К сожалению, нам придется ее вырубить. Ну, таков закон выживания, наверное. Она должна послужить тому, чтобы я выжил. Поэтому, пальма, прости. А вас не могу рубить? Нет, вас не могу рубить. Где-то я еще слышал, что пальмовые листья, типа, можно... да, можно добывать что-то, если что-то рубить, кроме пальм. Что-то, по-моему, какую-то херню сказал, ну да ладно. Пальмовые листья, ну они с пальмы падают же. Логично ведь. Так. Что-то вывалилось. Так, рецепт рыбное жаркое. На кой хер мне рецепт рыбного жаркое? Две рыбы, какая-то херь и какая-то херь.
Все, все понял. Запомнил. На всю жизнь. Все, уходи. Так, пальмовое семечко. Семечко во. Кстати, надо бы сделать большую грядку и посадить пальму. Ну, чтоб было. Так, здесь, как я понимаю, будут манги. Различные, вкусные. Чем-то надо перекусить, наверное. Да, давайте мы перекусим ананасиком. Точнее, двумя сразу. Хоп, и рубанем манго. Сейчас нам понадобится это манговое семечко, да, выпало? Да, ну на него насрать. Нам сейчас нужно будет довольно много досок, потому как нам строить с вами второй этаж. Поэтому досочек нам нужно будет дофигища. Дофигища. Хопа! В смысле? Она хотела меня хавнуть, но не успела. Но скрипт, чтобы сделать кусь, у нее сработал. Так, что бы сделать-то? А, ну да, надо строить второй этаж. Так, как у нас там строится второй этаж? А, кстати, вот, надо же... Понятно, надо сначала все выложить, то, что набрал. То, что набрал, то, что мешает. Манги стакайтесь, арбузики полежите. Кокосик там в другом ящике. Медь мы пока уберем. Манговую семку тоже. Эти семки стакаются. Чуть-чуть пластика. Чуть-чуть пластика, но пластик, наверное, сейчас нам пригодится. Я почему-то очень сильно чую, что он мне пригодится сейчас. Так, и давайте смотреть, что нам нужно сделать. Во-первых, давайте посмотрим, что нам нужно, чтобы сделать приемник. Он же где-то здесь должен быть, да? Так, а где у нас приемник? Ну, в смысле, рация. Или нам ее сначала надо изучить? А, точно, кстати, можно же на плиту, точнее, на стол, кинуть еще медный слиток. Медный слиток, мы же медный слиток не изучали, только железный. Так, вот, отлично, мы можем сделать микросхему и батарейку. Мразь пошла в задницу. На тебе еще в пузан, блин. Точнее, не в пузан, а в попец. Так, медный слиток мы изучили, вот он приемник. А, нужно сделать теперь микросхему, изучить микросхему и потом сделать уже приемник. У нас будет известен рецепт приемника. Окей, не проблема. Так, давайте искать микросхему. Микросхема. Так, сок лианы, медный слиток. Еще один медный слиток. У меня же... Я же вроде несколько медных слитков на... Так, урожай соберем попутно. Медных слитков я наплавил, видимо, всего две штуки. Очень странно это выглядит, но давайте мы наплавим еще. Положить медь и давай досочку тоже подкинем. Все, плавься. Медь, по-моему, плавится быстрее, чем железо. Хм. Так, окей. Ладно. Нам нужно подождать утра, чтобы понырять у этого острова. Я пока тут позанимаюсь насущными делами и вернусь к вам утром. Утро наступило намного быстрее, чем я думал. Я почему-то думал, что луна только взошла, значит, ночь будет длиться еще долго, но оказалось нет. Поэтому давайте-ка мы долго ждать не будем и приступим к строительству второго этажа. Для начала мы достроим маленько вот здесь. И я думаю, этого размера плота нам хватит, чтобы сделать, собственно говоря, второй этаж. Ну, по крайней мере, нормальный второй этаж. Потом, если что, мы что-нибудь перестроим, что-нибудь переделаем. В общем, придет нам, к нам это со временем. Насколько я знаю, палка вокруг себя держит. Мы ее вставляем сюда. И над ней можно построить 4 плиточки. Поэтому, значит, на край нам ее ставить бессмысленно. Ну, если только для красоты. И чтобы она место не занимала. Чтобы сюда можно было что-нибудь поставить. Поэтому давайте будем делать по уму. Ресурсов у нас более-менее хватает. Так, значит, ставим сюда. И над ней, получается, надо сделать... Так, деревянный настил, приподнятый пол, приподнятый треугольный. Арматура для фундамента есть, заметьте. Это можно крайне в арматуру заделать, чтобы акула, ну, не могла сильно кусать. Так, я как понимаю, нам нужен вот этот деревянный настил, да, или чё? Нет? Да. Нам нужен именно он.
Так, хоп. И да, с этой я смогу поставить только одну. Это чисто вот тупая эстетика, вот серьезно. А, поэтому еще одну, наверное, вот здесь, да, получается? Получается вот здесь еще одну надо поставить и вот здесь. Так, окей, давайте проверим мою теорию, правильно ли я все думаю. Да, все я думаю правильно. И получается надо воткнуть вот сюда еще одну палку. Вот так. И вот сюда получается. Сделаем такой пока не сильно большой второй этаж. Нам много на нем размещать не надо. Я хочу там разместить типа такой командный пункт там будет у нас. И давайте вот так вот сделаем уж тогда. О, у меня дерево кончилось. Акула! Дай дерево. Или у тебя нету? Ну принеси, ты в зубах же можешь таскать там. Принеси, оно вокруг вон куча валяется. Так, нет, но у меня доски, по-моему, еще где-то были запасены. Или что, блин, прям все израсходовал? Воя маньячила. Строительный маньяк, блин. Даже на лестницу теперь не хватит. Как я наверх-то буду забираться, вашу мать? Так, давайте посмотрим. У нас есть вот такая стремянка. Да, нужно 4 доски. Медный слиточек. А, медный слиточек, мне надо микросхемку сделать. Одну. Так, стоп. Где второй слиток? У меня был второй слиток. Куда я его дел? А, вот он. Вот он, второй слиток. Отлично, у меня есть второй слиток. Сок лианы. Сейчас мы лаванем лианку быстренько. Стоп. Не ее же, блин. Тут водорослю надо. А не пальмовый лист. Что-то я совсем... Блин, надо бы прибраться на корабле. Такой бардачина, что прям я не запоминаю, что у меня где лежит. Надо бы перестановкой заняться. Это я как-нибудь вне эфира сделаю. Так, дерева у меня здесь нет. Рядом есть пара досочек, поэтому давайте-ка просто пожертвуем своей сладкой попкой. И заодно наваляем акуле. Да, акула, мы теперь тебя вообще не боимся. Мы знаем, как и куда тебе тыкать, чтобы ты нас не кусала. И поставляла нам свободненько мяско там и все дела. Где ты? Иди сюда. Цып-цып-цып-цып-цып. О, ты уже кончилась, что ли? Нифига себе. Железное копье-то это вообще имба получается. Ну реально, смотрите, как быстро она скончалась. Акулка. Которая это у нас по счету? Наверное, 4-я уже или 5-я? Блин, так мы так спокойненько проживем, убивая акул, жаря их на костре. Прекрасно вообще, мне очень нравится. Так, на лесенку я вроде насобирал. Давайте мы ее зафигачим. Вот сюда, как я понимаю, да? Да, давайте вот тут с краешку. Вот здесь с краешку, хоп, и наверх. Ура, у меня есть второй этаж. Не свалиться бы отсюда. Надо перилочки тут сделать, такие красивенькие, чтобы не мешалось нам все это дело. Так, отлично, второй этаж у нас есть. Прекрасно, мне нравится. Наш плод приобретает уже более прикольные очертания. О, сок лианы готов. Фигачим микросхему. И, естественно, нам нужно будет ее пожертвовать созданной микросхемкой, чтобы изучить антенну. Делать антенну можем, приемник и спринклер. Что такое спринклер? Автоматически поливает посевы. Правда, не хватает батарейки. А, ну это если, блин, прям усиленно заниматься фермерством, наверное, будет хорошо. BJR? Что это? А, да-да-да-да-да. Игра недавно обновилась, буквально позавчера, по-моему, или вчера. И сюда добавили возможность, короче, добывать мед. Можно на острове где-то, на каких-то островах, поймать пчел и сделать улей из них. И они, собственно, будут производить... Будут производить мед, и для производства меда им нужны будут цветы. И вот сейчас
появляется смысл собирать цветы на острове, потому что с них, по-моему, можно получить семена цветов и, соответственно, их посадить. Пчелы будут собирать нектар с этих... А, слышь, мразь, я думаю, что за, блин, знакомый звук? Тварина съела одну все-таки. О чем это я? А, и они будут собирать нектар с этих цветочков и будут делать мед. Мед, наверное, хорошая питательная фиговина. Ну, как бы я знаю, что это хорошая питательная фиговина в жизни, по крайней мере. Ну и в игре, я думаю, тоже. Вот. Поэтому отлично, мы с вами изучили микросхемку. Теперь мы сможем сделать приемник. Для приемника нам нужно две микросхемы. Шарнир есть, доски пластик есть, нужно две микросхемы. Окей, значит, нам нужно хорошенько переплавить водоросли. Переплавить водоросли, и мне нужна вторая печка, чтобы просто делать это все быстрее. Давайте пока с вами сделаем небольшой перерыв. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, и увидимся с вами в следующих сериях Рафт. Пока-пока.